покажем папе. Ой, какие яйца! Не хочу, так как он интересно играется. Мам, я просто с котами никогда не играла сильно. Мам, я тоже хочу поиграть. Шарик был старый, уже не игрался. Можно? Ну, этой возьми. Да, стой, Машка. Ну, я сейчас... Они застали, кот уже старый был, он уже не игрался. У нас кот 19 лет прожил. Ой, серьезно, аргумент. Да, да. Значит, ему было хорошо. На диван уже запрыгнуть не мог. Это уже пенсионер. Подходил к дивану, требовал, чтобы его посадили на диван. Но сам залезть уже не мог. Это хорошо прожил. Ну да. Значит, ему было хорошо. 19 лет он прожил. Хотя он был беспородный и обычный. Ай!